Шеф-повар Максим Григорьев. Салат «Принц» с говядиной. Такое название салат получил, вероятно, из-за нежности, которую он приобретает. Салат рекомендуется сделать заранее, хотя бы за 1-2 часа до подачи. Это очень удобно, ведь обычно к столу подается немало блюд, как говорится, с пылу с жару, требующих времени хозяйки. Такой салат можно приготовить как самостоятельное блюдо на перекус или взять с собой на работу. Время приготовления – 20 минут. Ингредиенты. Говядина, мякоть 250 грамм. Майонез 100 грамм рам. Огурцы 100 грамм рам. Огурцы соленые 2 штуки. Орехи грецкие 0,5 ст. Чеснок 1 зубчик. Яйца куриные 2 штуки. Шаг 1. Для салата взять отварную говядину, свежие и соленые, консервированные, маринованные, огурцы, яйца, орехи, чеснок, майонез. Шаг 2. Грецкие орехи крупно порубить. Шаг 3. Слегка поджарить их на сковороде. Остудить. Шаг 4. Отварную говядину нарезать на ломти поперек волокон, около 1 см 5 мм толщиной. Шаг 5. Разобрать на волокна. Шаг 6. На крупной терке натереть огурцы, добавить раздавленный чеснок, перемешать. Шаг 7. Добавить яйца. Шаг 8. Начинать сборку салата. Первым слоем идет мясо. У меня 2 порционных салатника и 1 общий двухпорционный. Шаг 9. Мясо промазать майонезом. Шаг 10. Следующим слоем идут огурцы с чесноком, они сочные, я промазывать майонезом не стала, но по рецепту нужно промазать тоже. Шаг 11. Следующий слой – яйца. Шаг 12. И майонез. Шаг 13. Свежий огурец порезать очень тонкой соломкой. Шаг 14. Добавить сверху яйца, промазать майонезом. Шаг 15. Последний слой – поджаренные орехи, их должно быть много. Украсить зеленью, свежими овощами. Готовый салат отправить в холодильник пропитаться. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.